Приклеивать медуса будем на жидкие гвозди. Сейчас промажем 2-3 плинтуса. Алюминиевые они. И вот такую насечку имеют. Клеем будем приклеивать к рафту. Сначала намажем, потом прислоним к стене и прижмем этими кирпичами, чтобы они как бы дощечками, чтобы они прижаты были. Так, те плинтуса 2 приклеили, прижали кирпичами. Теперь будем вот эти два. Сейчас промазываем клеем к рафту. И будем приклеивать. Тут у нас угловых не будет, потому что тут у нас 120 градусов углы. Таких угловых не существует. Мы их зарезали сразу так. Все, приживаем. Кирпичами будем упирать через доску, чтобы не поцарапать. Все, приклеили, теперь будем мазать оставшиеся плинтуса. Плинтуса алюминиевые, и у них даже уголки вот эти тоже из алюминия сделаны. Вот. Где немножко отгибается, там ставим брусок и камень, чтобы он как бы прижат был, чтобы щелок не было. И если кому интересно, то использовали клей Крафтон премиум. Все, мы прижали все плинтуса. Теперь ждать будем, ну, часов 10, и все эти кирпичи уберем. Продолжение следует...
Вот готовый вариант. Все уголки у нас алюминиевые. Вот эти и вон те. Углы, которые под 120, зарезаны пилой. Плинтуса, обратите, очень тонкие, они алюминиевые, прям буквально 3 миллиметра. Ну, под них нужны, чтобы были ровные стены, ну и, следовательно, полы тоже.